что получилось. Да вкусно получилось. Еще очередная бомба на нашем канале. Достаем гречку и готовим обалденный салат. Можно гречку отварить, но я делаю проще. У меня вот такая простая кастрюлька. Мою, конечно, гречку, кладу в кастрюльку, заливаю кипятком, закрываю крышкой и оставляю минут на 30, можно на час. И гречка готова. Все минералы и витамины остаются в гречке. Перекладываю готовую гречку в миску для салата и порежу свежие огурчики. Отправляю огурчики к гречке и возьму вот такой хороший пучок зелени. У меня укроп и петрушка. Можно добавить кинзу. Еще хочу добавить свежий зеленый лучок. Выращиваю сама на окошке. И отправляем в салат. Для вкуса и аромата еще добавлю немного свежей мяты. Можно и сушеной. Добавляю в салат консервированную кукурузу. Для заправки берем растительное масло. Оливковое, конечно, будет вкуснее, но возьмите то, которое у вас есть. Добавляю сок лимона. Изюминку вкуса придаст грейпфрукт. Натираю немного имбиря прямо вместе с кожицей, чтобы все витамины никуда не пропадали. Через пресс выдавливаю один зубчик чеснока. Добавляю немного чили перца. Это, конечно, на любителя, но будет очень вкусно. Теперь черный молотый перец и соль по вкусу. И все хорошо перемешиваем. Добавляем заправку в салат и перемешиваем. Пробуем. Скорее пробуем салатик. Что получилось? Да вкусно получилось. Бомбический. Витаминный. Супер. На завтрак, обед и ужин. Ребят, здорово. Очень просто, такой остренький немножечко. Ну, поиграйте с чили-перчиком, побольше, поменьше, кому как нравится. Еще очередная бомба на нашем канале. Если вы еще не подписались, обязательно подписывайтесь, ставьте лайки и комментарии. Прошу к столу и приятного вам аппетита!